люди прислали десятки фото с прекрасными плодами именно от косточек. Я продолжаю. Все документировано, целая папка. Я слышал про вас, но про вебинары впервые слышу. Ну а дальше вот он вебинар, о котором так мало знают. Еще раз возвращаясь к Ульяновску, к абрикосовым персикам. Почему? Потом мне очень неудобно, друзья, знаете, чего мне неудобно, сейчас скажу. Так, тут. А, до свидания, Лера. Вот. Тут, сейчас. Тут еще видите, как получается. Не все даже видно. Мой друг Павел Троценко взял и то, что я рассказывал в виде вебинара, то есть ауди, переделал статью. Так. И теперь уже любой с этой статьей. Я не буду, мне неудобно. Мы с вами читали. Вот. А нет, этот касается, я продолжаю разговор вот с этим человеком. Он уникален, этот случай, пока еще, к сожалению. Узнал, опять же, я от Павла. И про Нину Акимову я не вспоминал, когда-то что-то я продал и забыл. И вдруг он мне присылает, и она не мне, а просто она берет и где-то делится. О чем делится? Вот. И когда мы с ней наладили связь, получается, теперь уже не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персик хасанский, растут без укрытия. Еще раз, это Ульяновск. Вот, смотрите дальше. На рынке покупатели не верили, что они у нас, они привозные. Вот тут-то я ее и ругал. Вот. Спасибо за сообщение, нужны фотографии. Вот. И почему? Дело в том, что под этим, когда первое сообщение еще до меня, когда я еще как бы ни при чем, и понятия не имел про этот успех, вот такой отзыв был. Напоминаю. Почему? Потому что появляются же свежие люди. Киселева, это дураков разводит на деньги. Видите? А что тут говорит про персики на юге замерзают? Он про Сибирь говорит. То есть человек, который ни малейшего понятия, вообще дуб дубом, о своем мнении имеет. Еще и другим голову морочит. И вот получается, что я попросил фотографии. Вот. 4 ведра персиков всего получилось. Представляете, сколько косточек? О. Но я для чего это говорю? Один момент. Про персики это феномен. Но вы-то мне вопрос-то задали. Помните какой? Из косточки дички вырастут. Вот человек привил мои абрикосы. Получил такие. Внимание! Из косточек получил. Мои же косточки крупнее, чем привитые. Пусть у меня это первый случай. Но я его вспомнил и показываю новичку, тому самому, который вот сказал, у меня что, вырастут дички? А у меня же этих косточек полно. А меньше, чем они на маньчжурском абрикосе быть не могут. Все. За эти годы выращено сотни ведер. Меньше они уже не бывают. Они начали укрупняться и окрашиваться. Сосед этот разноцветный. Видите? Здорово. Скажите, что это не так. Это ее текст, я не добавил ни слова. И сеянцы получились крупнее, чем привитые. Вот что значит народное творчество. Каждому студенту по 10 соток выросился, сдал экзамен. Вот это основа основ. Вот. А это основа основ. Или ты сдаешь экзамен в саду, или вот тебе не диплом. Фух. Еще один момент. Это положительно, видите, мы не только о плохом. Начали с этого. За упокой, сами понимаете, день такой. Вот. Это положительный, это великолепный ответ. Это не я, а она, Нина, ответила этому человеку, который не верит, который считает, что. Ну, то есть кто-то убедил его, что растут дички. Вот. Благородные сорта никогда дичками снова не станут. Ясно? Благородные. Это вам не сибирский этот. Кустарник двухметровый из этого, из Забайкальской тайги. Ну ладно. Итак, дураков больше не разводят, надеюсь.